Рим. 8 июля, 8 утра. Я пришла на Капитолийский холм, чтобы попрощаться с королевой итальянского телевидения, певицей, актрисой и телеведущей. Рафаэлла Карра ушла в мир иной, но ее песни, смех и необыкновенный талант останутся с нами навсегда. За свою долгую карьеру Рафаэлла Карра стала настоящим символом итальянской музыки и телевидения, получив признание даже за рубежом. Сотни людей выстроились в очередь на Капитолийском холме, чтобы проводить в последний путь замечательного человека. Многие приходили сюда с букетами желтых цветов. Рафаэлла Карра очень любила желтые цветы. Thank you.